После громкого скандала в Сочи, певица Максим сорвала еще один концерт, теперь уже в Твери. Во время концерта артистка еле стояла на сцене и плохо себя чувствовала. Поклонники забили тревогу. Певицу нужно спасать, а концертный тур останавливать. Однако менеджеры гастрольного тура уверяют, что с певицей все в порядке и гастрольный тур «Я буду жить» продолжится при любых условиях. Как комментируют пришедшие на концерт зрители, Максим пела с трудом и просила фанатов помогать ей. При этом в начале своего выступления она не попадала в ноты, а также была на каблуках и еле-еле передвигалась по сцене. Многие также отметили, что на самых популярных песнях Максим ей включали фонограмму. По их словам, музыканты и менеджеры вообще не обращали на нее внимания, делая вид, что все хорошо. Тем временем у артистки даже хрипел и садился голос. Сейчас поклонники певицы Максим видят на сцене совершенно не ту Максим, которую знают. Однако к самой артистке вопросов все меньше и меньше. И все больше к ее концертному директору и всем тем, кто занимается организацией тура певицы. Поклонники требуют остановить концертный тур и дать Максим отдохнуть и восстановиться. На эту просьбу отреагировал и сам концертный директор Павел Назаров. Он сообщил, что решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом. Бывают случаи, когда по состоянию здоровья артист решает отменить выступление, но зачастую исполнители готовы пожертвовать собой. По мнению директора певицы, фанаты должны поддерживать любое решение артиста, а в данной ситуации, по его мнению, они ведут себя неправильно и не оказывают ей поддержку.